Наш снежный эфир продолжается, снежный детективный, так сказать, Анна Шамбадал, Дмитрий Соловьев в студии. Итак, наш сегодняшний гость недавно поучаствовал в громкой челябинской истории, которая звучала на всю страну, мы о ней говорили уже. Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, спас от уголовной ответственности челябинского ветеринара, который лечил, выхаживал и пристраивал животных, принесенных ему на усыпление. Также добавим, что парламентарий стал инициатором закона в ответственном обращении с животными и на днях в закон о досудебной блокировке живодерского контента. И сегодня у нас в студии Владимир Владимирович. Владимир, здравствуйте, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, почему этот закон так важен действительно сейчас? Ну, если говорить о досудебной блокировке живодерского контента, то, к сожалению, вот это вот видео с насилием над животными, оно сегодня стало в интернете, ну, просто, знаете, засилье. Его рассылают, его специально снимают, в том числе и люди, которых вот принято называть живодерами, им хочется засветиться, значит, вот в таком вот негативном контексте. Более того, кто-то его снимает за деньги. Вот эти ролики, к сожалению, они продаются там. Мы накрыли в Санкт-Петербурге несколько подпольных студий, которые вот снимают это видео. Это такой жанр, он называется краш-фетиш. Ну, вот извращенцы это покупают, да, и это идет в страны Юго-Восточной Азии, в основном там в Китай. $120 стоит купить такой ролик. Они, эти студии вербуют актрис, там, ну, животные гибнут в большом количестве, поэтому это, конечно, все надо вычищать. То есть это какая-то черная реклама, получается, специально для этого? Фактически, да, это целая индустрия вот такого видео для людей, ну, очевидно, у которых какие-то отклонения вот в психике, конечно, есть, но, есть. Значит, у нас есть несколько сейчас вот таких вот видов информации, которые в досудебном порядке блокируются. Это, значит, видео, содержащее там насилие над детьми, значит, видео о там наркотических средствах, там других там вещах. И вот к этому мы предлагаем добавить живодерский контент. Ну и сейчас очень активно обсуждаются еще и штрафы, правильно, по этому поводу. Так вот, за что и какие штрафы будут уже? Мы предлагаем ввести в административный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях, несколько новых штрафов для того, чтобы ввести ответственность, ну, например, за оставление питомцев. То есть вот сейчас осень, появился такой феномен садовые кошки, садовые собаки. Да, когда вот люди берут, значит, ребенку там поиграть весной, когда это маленький щенок, потом щенок вырастает, его выкидывают. И, ну и в квартиру его тоже не привезешь. Конечно. И, как правило, этих собак потом подкармливают сердобольные бабушки, а часто для этих животных вообще все заканчивается печально, они просто замерзают зимой и погибают. Вот оставление питомца — это однозначно то, что должно наказываться штрафом. Другая тема — натравливание, например, животных. Вот недавно был скандал, он тоже на всю страну прогремел, когда мужчина баловался тем, что натравливал там свою собаку на других животных и вот смотрел, как она их там рвет там, и так далее. То же самое касается там устроения собачьих боев. То же самое касается, например, нарушений там порядка деятельности и обращения с животными в приютах. Ну, то есть, если жестокость по отношению к животным проявляется вот в приютах, куда их поместили, где, по идее, там должны о них заботиться. То же самое касается жестокого обращения с животными, потому что вот сейчас есть там 245-я статья Уголовного кодекса. Можно 5 лет получить за жестокое обращение с животными, но полиция крайне редко возбуждает по этой статье, потому что там уже уголовная ответственность. Там 3 года лишения свободы там по первой части, 5 лет лишения свободы по второй. Но это за преступление, где животное осталось там калекой, значит, где, значит, убили животное или несколько животных и так далее. А если, допустим, более там, значит, животное отделалось там испугом там или там какими-то небольшими травмами, как правило, идет отказ просто в возбуждении. И большая часть, значит, граждан, она просто уходит от ответственности. Это, знаете, порождает такую безнаказанность просто. Да. То есть я могу делать там с этими несчастными животными там все, что хочу, и никакой ответственности для меня за это не будет. Вот за это должна быть предусмотрена административная ответственность, чтобы каждый понимал, что любой там факт насилия над животными, значит,
он будет заканчиваться будет отслежен, этим. Да? Здесь вопрос в чем? Это вопрос не только гуманного отношения к животным, это нормального отношения к друг другу, потому что с гуманного отношения с животным начинается наше человеческое отношение друг к другу. Вот именно, мы возвращаемся к тому вопросу, люди мы или нет, правильно, как мы обращаемся к животным. Спасибо вам огромное, что вы откликаетесь на такие проблемы. А мы напомним, что у нас сегодня в гостях Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды. Продолжим тему. В следующем сюжете Евгения Малышко расскажет о других ветврачах, которые тоже помогают животным. Давайте посмотрим.